Сколько поселенцев на острове? 24 женщины и 27 детей. Миша на фронт ушел, а меня фашисты. Я тоже думала. Рожу за душу. А где мой папа? Убил его осколком. Я тоже с врагом спала. Приказ поступил освободить остров к концу мая. Послезавтра. Что же будет с нами? Как хорошо. Куда ехать, товарищ майор? Капитан Нечеборок, вам понятно? Да я за этих баб с ребятишками голову готов отдать. Трибунал. Размечтались, как дуры. Домой вернемся. Не вернемся. Мама! Фильм Веры Глаголевой. «Одна война». На русском «Иллюзионе».